Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители! Приветствую вас на канале «Процветок», меня зовут Русских Иван, и поговорим мы с вами сегодня о цветах с синим цветом цветков. Вообще традиционно считается, что синий цвет цветков является достаточно редким. Однако, если внимательно взглянуть на ассортимент, который на сегодняшний день предлагается для цветоводов, можно найти немало цветков с синей окраской, и они бывают старорежимные, то, что я называю. Вот у меня такой фолиант есть, толстый, старинный, в нем есть огромное количество растений с синим цветом цветков. И современные каталоги наполнены различными современными уже сортами с цветками синего цвета. Но есть целый ряд растений, относительно которых, как бы ни старались селекционеры и даже генные инженеры, ну никак не получается придать им синюю окраску цветков. К сожалению, вот популярность таких растений, у которых до сегодняшнего дня нет синей окраски, является предметом спекуляции недобросовестных торговцев. И это касается не только сайтов китайских, например, там купите что-то синее из Китая, но, к сожалению, такие предложения встречаются даже на некоторых сайтах белорусских продавцов растений. Итак, если вы вдруг увидели предложение купить синие нарциссы, это неправда, это самый настоящий обман. Если вы увидели предложение купить синие лилии, это тоже неправда, это обман. То же самое касается синих пионов, это самый настоящий обман. Не бывает синих пионов. Очень популярны сейчас, особенно в интернете, синие розы. Относительно синих роз можно сказать вот что. Что одной из наиболее так называемых синих роз является сорт Манзерфастнахт, можете его увидеть. Вот это стандарт синей окраски цветков роз. В большей степени он похож на старорежимное женское розовое белье, постиранное вместе с мужскими растянутыми трикотажными спортивными штанами. Кто родился в Советском Союзе, тот вполне это может вспомнить. И вот такой вот полинялый розовый на синий, синий на розовый, и отражает вполне объективно окраску цветков этого сорта. Ничего не хочу сказать против, сорт очень красивый. Но такой окраски, как у василька, как рисуют в фотошопе, у розы не бывает. Это обман. То же самое касается и цвета флоксов. Василькового цвета, такого как у дельфиниума, у василька, у других растений, вот такого пронзительно-голубого цвета у флокса не бывает. У него скорее бывает такой серо-сизо-сиреневый цвет, но ни в коем случае не васильковый. Когда рисуют в интернете синюю гортензию, здесь есть два нюанса. Тоже василькового цвета или цвета джинсов, у нее нету такой окраски. Но есть сорта, которые при использовании алюмокалиевых квасцов, при поливе таким раствором, сохраняют такой достаточно пронзительно синий-голубой цвет. Но только в том случае, если вы обеспечиваете адекватный уход. Среди декоративно-лиственных растений тоже, к сожалению, встречается обман поставщиков. Вот есть, например, хоста, которая сорт называется Bluebeard. И другие сходные сорта с очень сизыми, с сильным сизым таким восковым налетом на листьях. Он действительно очень декоративный, очень интересный, но недобросовестные поставщики красят его в такой пронзительный васильковый цвет и вводят в заблуждение не совсем опытных покупателей. Поэтому, если у вас возникают вдруг какие-то сомнения, подписывайтесь на наш канал «Процветок». Пишите в комментариях, задавайте свои вопросы, прежде чем принять решение, купить или не купить, отдать деньги за такую экзотику или не отдавать. А с вами был я, Иван Русских, и до встречи в следующих выпусках.